Добрый день, дорогие друзья, подписчики. Добрый день. С вами я, Алексей. Я Василий. Направляемся в Сергиев Посад, город подмосковный. Направление на Ярославль. Сигнал СОС. Да, был сигнал СОС, он долго нам звонил. Значит, что-то там, трубы, газовые котлы, новый поселок, там танхаусов. И вот в каждой квартире, в крыше должны проходить вот котловые трубы. Естественно, это ответственный участок кровли, кровельный материал, там металлочерепица. И нужно делать сопряжение для труб. Там, говорит, были там люди, приходили, согласные браться за работу, но он говорит, что люди могут покрасить, могут все сделать, роды принять, но с кровли, так сказать, знакомы все, поскольку поскольку. Навигатор, расстояние у нас до точки 80 километров. Кстати, у нас в Москве что-то небывалое потепление, бьет рекорды. 21 декабря у нас плюс 10. Это вообще нонсенс. 8. И ты заметил, во всех старых городах, домах, только фальцевая кровля. Фальц, да. Фальцевая кровля. А вон лавра впереди. Красотень. Сейчас тут налево надо. Вот смотри, лавра огорожена забором таким, да, старым. Из кирпича. Огорожена. Так, это что? Троицкая слобода, да, так. А на стояночку, да, тут? А, ну вот они, танхаусы, видишь. Нас встретили. Ну рассказывайте, что у вас здесь происходит, что надо делать? Смотрите, вы чем занимаетесь? Только это, он сказал, что головки ставите для дымохода. С нержавейки, да? Нержавейки ставят. Ага. Ну а наша задача, что мы от котла ее будем проводить? Мне воздух что-то не сказал. Сказал показать все. Ага. Ну посмотрим. Ну, а чтобы, ну, дали технические задания, именно, какие там трубы. Смотри, как уже сделано. Да, прораб-то в сапожках. Все в сапожках, а мы с Васей. Нас никто не предупредил. И главное, видим, как люди возле машины переодеваются с сапожками. Мы тут попали. Ёлки-палки. Здорово. Знакомый. О, мой самый лучший друг. Пойдемте. Ведите. Уже все равно. Только вот здесь можно. Ну давай здесь. Знакомые все запахи, звуки. А там свет есть? Давай, Вась, ты первый. Мне вот Саша не объяснил, вот на какой стадии мы подхватываем эту работу от вас, либо от самого котла. Ага. Вот эта шахта идет от котлов. Да, да, да. От котлов он сам. Да, да, самый низ. Ну вот она круглая выскочила сюда. Да. Да. Mm-hmm. Ну тут вот пойдет там сначала одна труба, потом две, потом три. Да, 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 да. И три трубы уже пошли вот сюда. Вот. Должны выйти. Понятно. И вот на одном доме. Видишь, попал на эту, на балку. На балку, я понимаю, да. Да, 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 потому что они требуют, понимаете, вот, Саша, где-то балку надо сместить, где-то, и потом загерметизировать. Да, с, да, да. Вот, ну, это вот сопряжение. Эти, да, вот сложные работы, потому что там попало, вот здесь тоже попало. Да. Ну, что я хочу сказать, мне так более-менее понятно. Вот, а труба с сечением там где-то у вас сколько? Она сэндвич, да, труба? Она, нет, труба будет... трубы получается коаксиальной.
Но они объединены в одной большой, да? Да, в одну большую, наверное, вам большой оголовок надо, уже в них будем вставлять. Вот этот диаметр, сколько, не знаю. 300, наверное, 400. Из нержавейки он должен быть, да? С чего дешевле? Ну я смотрел, может, у вас с нержавейки, вот мы смотрели. Может, с оцинковки? Ну, с оцинковки можно, но как нужно, вы техническое задание дайте. Ладно. Смотри, а еще вода-то тут такая лужа. Он тот раз, знаешь, он когда приехал, у него были две доски. И он по доскам их спустили. Влага на утеплитель. Да, то есть там прокладка резина, она не прижата, будет течь. Вот эти стойки ограждения. Ну это, видимо, потом, все потом. Это потом, короче. Да, да, да. Суп с картоном. Так, ну, Вась, тебе все понятно? Дорогой мой. Да. Раз. Размеры, материал, техническое задание. У меня полностью, значит, лист подтверждающий, я не знаю, все. Значит, потом флюгарка. Это должен быть дефлектор или просто колпачок? Есть. Этот, наверняка будет в проекте. Проект есть на это все. Ну, надо убрать его наебнуть. Я вот в армии, Вась, на таком ездил. Три моста, бля. Дизелек, куда хочешь, камазовский движок. Ну все, Дмитрий, да? Делать там надо все вскрывать, всю крышу снимать, потому что они не продыхи не сделали, ничего. Ну да. Это вот газ тоже туда. Это у Саши газовая компания, да? Вот да. Газовик. Да. Я слышал, нам серьезно, он там на учебу ездит в Германию, во все страны. Вот эту тему хорошо там педалирует. На все семинары, симпозиумы, такой человек правильно. Ну, ездит куда-то? Да, да, я ему крышу делал. В Германию, на всякое обучение. Вот эти котлы у вас поди импортные, да, все? Вот эти Будерус, наверное, да? Будерус, они здесь, Будерус. Будерус. Хороший котл. Ты правильно делаешь, блин. Перед посадкой в машину. Точно. Устрали. Я не знаю, GoPro-шка может увеличить. Блин, такой видос отсюда, лавру, прям, видать, со звездами. А ну погнали, заедем, Вась. Заедем, сейчас для наших зрителей, ну... Кто в московском регионе не живет, интересно будет исторические места посмотреть наши. Там, говорят, этот святой источник есть, святая водичка, попьем. Стояночка кучерявая, 200 рублей. Это без ограничения, да, по времени? До 9 вечера. Припарковали машинку. Тут главная площадь перед центральным входом в Лаврово, она из брусчатки. А это вот, я не знаю, наводил какой-то. Сам вот памятник преподобному Сергиеву Радонежскому. Из меди, из бронзы, из чего он тут. Вот. А за этим забором весь комплекс Сергиевской лавры. Сейчас сходим туда. Основана это Сергиева лавра в 1340 году. Стены с башнями сделали в 1540, 1550, да, в течение 10 лет. И с этого места в 1380 году из Сергиева строится Сергиевое монастыря с войском великого московского князя Дмитрия Ивановича Донского. На Куликово поле отправились русские витязи Александр Пересвет и Андрей Ослябин. Поединком Пересвета с ордынским воином началась Куликовская битва. То есть отсюда вот еще это место знаменито. Пересвет и Ослябин. Да, двинулось войско 23 сентября 1608 года по 12 января 2010 года. Это получается 6 месяцев. 16 месяцев польскими и литовскими войсками численностью до 30 тысяч человек. И 63 орудия оборонялись архимандрит Иосаф и воеводы князь Григорий Борисович Долгорукий Роща и Алексей Иванович Голохвастов.
3000 ратных людей и иноков, Божьей помощью и заступничеством преподобных. То есть, представляете, 16 месяцев оборонялись 3000 человек против 30 и артиллерии. 16. Красотища. Тут на всех фресках славные дела Сергия по бокам. Храм святого Иоанна Предтечи. А вот самое главное. Тут похоронены какие-то, слушай, славные люди, иначе бы они здесь не лежали. Степан Маслов. Звонится. Надо почитать, в честь чего он. А это вот святой источник. Я не знаю, Вась, его отключили. Летом здесь народу было. Набирали баклажки люди. Пили водичку. А? Сейчас отключили. Вон храм из сусального золота купола. Вот это. А это, ребят, рядом с лаврой. По правую сторону. Усыпальница Катунова. Вот такие люди. Известные нашей России. Ольга Борисовна, царевна Инока, Мария Григорьевна, Борис Федорович, кстати, сия Руси, воиноцех, боголеп, и Федор Борисович, сия Руси. Такие люди, которые принимали активное участие в нашей судьбе, в судьбе России, так скажем. Пойдем в лавру зайдем. Воздух, да, здесь? Это необъясуемый воздух вообще. Это вот Сергиев Посад, один из туристических маршрутов. По-моему, он входит в Золотое кольцо России. Надкладезная часовня. 17 век. Маленькую часовинку тут сделали. Ну что, давай зайдем в лавру. Не знаю, там, наверное, съемка не разрешена. Там, кстати, и гроб святого Сергия находится. Значит, по размерам, так, в принципе, невысокий этот человек. Видно намоленное место, иконы старые. Тут, походу, какая-то семинария есть, потому что много молодых людей, в принципе, учатся. Вот такая у нас поездочка сегодня интересная. Совместили одно с другим. Полезное с познавателем. Да, вот раньше. А? Осаждали поляки 30 тысяч. Оборонялись 3 тысячи. Что такое сейчас 30 тысяч? Алло. Алло. Профмонтаж, я правильно попал? Да, слушаю. Здравствуйте, меня Павел зовут, компания Дьоки Фомсистем. Хотел пообщаться по поводу возможного сотрудничества, ну, в плане работы с нашей гипотезой.